Всем привет! Как вы помните, в последнюю покатушку нам мешали очень сильно бампера. Вот, потому что мы подняли кузов, вот, поставили большие колеса. Вот, хотел сегодня я, значит, развернуть крепежи. Вот, но тогда получается то, что бампера очень высоко становятся. И в итоге я решил сегодня покататься без бамперов. Аккумулятор сейчас закреплю вот здесь, чтобы был вес побольше наперед, вот вся система. А назад сейчас положу какой-нибудь груз, чтобы машинка была потяжелее. И как раз мы проверим, получится, будет ли она нормально тянуть наша система и как себя будет вести подвеска. Стоит ли уменьшать жесткость пружин, или все равно, когда мы его будем достраивать, он все равно будет становиться тяжелее, и с пружинами делать ничего не надо. Так что сейчас ищем какой-то груз в районе 1,5 кг, вот, кладем его сзади и поедем потестируемся. Закрепил аккумулятор один здесь и в качестве груза положил еще два аккумчика, конечно, не 1,5 кг, чуть-чуть поменьше. Я думаю, что с этим запасом мы и поедем. Возможно, сюда мы какой-то и придумаем бокс, чтобы были внизу у нас аккумуляторы. Центр тяжести был пониже. Так что смотрим, что из этого выйдет. Самый первый тест будет проходить у нас дома, в саду. И мы сейчас будем пробовать брать вот эту песчаную кучку. Тут, конечно, очень крутой подъем. Я думаю, что он тут, наверное, не подымется. В силу своего веса ему не хватит давить на грунт, чтобы подняться. Да, все буксует. А все из-за того, что просто не хватает веса. Попробую чуть больше хода. Нет, не будем мы эту сторону пробовать. Попробуем сейчас с более пологой стороны. Вот пологий бугор, намного положе, и все равно не хватает веса. Обороты, в принципе, видите, я маленький даю, и все равно он не идет. Так, ну тут въехал, но это, конечно, он должен был забраться без проблем. Попробуем забраться задним ходом. Нет, то же самое. Давайте попробуем что-нибудь сверху положить ему в кузов. Поможет это или нет? Добавил несколько кирпичиков. Так. Ну, я думаю, что это плюс. Значит, с этим грузиком и поедем дальше покатаем.
Еще разочек попробуем с этим весом взять крутой склон. Да, все, вот этого веса, я думаю, нам будет достаточно. С этим весом, конечно, чувствуется. Машина стала тяжелее прям. Ну, навскидочку. Вот все, что в ней наложено. Ну, килограмма, наверное, 4-5 получается. Едет потихонечку все. Попробуем крутой склон. Очень медленно мы съехали. Теперь тут же попробуем подъем. Так, большой крутой подъем. Медленно не получается заезжать. Быстро заехали. Но опять же, не работает подвеска. Вес большой, подвеска не работает. Но бугор, я скажу, что прям довольно-таки большой. Он берет. Сейчас попробую бугор поменьше, но без рывков. Вот видите, его подымает, а хотя вот вроде и уходит за среднее колесо. Мотор 27Т550 класса. Он поднимает морду, потому что морда получилась у нас легче. Так, сейчас попробуем еще тест на опрокидывание. Так, еще разочек. Так, с кирпичами падаем очень быстро. Ставим кирпичи, попробуем без них. Выгрузили кирпичи, попробуем без них. Переворачиваемся также. Выехать из колеи не можем.
Возможно, если бы средний мост был у нас, подвеска была помягче, колесо бы сейчас ушло, и мы бы смогли заехать. Потому что, видите, он прыгает, он просто... Вот он выскочил, но колесо у него не уходило вовнутрь. Негаданно, нежданно что-то случилось с аккумулятором. Скорее всего, мы его пробили. И гелик наш сгорел. Все.